Традиційно далі про війну і з нашим гостем. З нами на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Григорович. Дякую, що ви доєднуєтесь. Раді вітати. Бажаю всім здоров'я. Роман Григорович, давайте поговоримо про те, як змінилась лінія фронту за цей тиждень. Не дуже добрі новини надходять із традиційно східного напрямку. Зокрема, будемо говорити про Вугледар. Є інформація про те, що наші вороги намагаються вже закріпитися у багатоповерхівках на околицях Вугледара. На тлі цього з'являється інформація про те, що командира 72-ї бригади імені Чорних запорожців звільнили зі своєї посади. Що відбувається там? Яке співвідношення сили за собі, загалом ваші оцінки? Нічого нового не произошло в смысле хорошого, нового хорошего, что мы ждали, по крайней мере, что будут переброшены дополнительные силы, средства на это направление. Действительно, у нас одна из таких горячих сейчас проблемных точек, это именно Угледар, потому что сам по себе Угледар — это такой замковый камень Восточного фронта. Его разрушение, отход наших войск из Угледара создаст предпосылки к дальнейшему обрушению этого направления фронта. То есть придется отходить из-под Курахова, а выход из-под Угледара и Курахова даст возможность россиянам практически с юга тогда уже подойти к Селидово и к Покровску. Вот сложно будет Покровск удерживать. То есть степ-бай-степ они правильно в этом смысле действуют. Но это написано, так сказать, на карте боев, там ничего нового придумывать не надо, и так это понятно, логика ясна. Остановить движение россиян возможно, еще до сих пор это возможно, только неделю назад это можно было делать с помощью там определенного количества войск дополнительных, это уже две бригады надо было как минимум дополнительные, плюс боеприпасы. Сейчас уже недостаточно будет просто личного состава, то есть здесь по этому направлению для того, чтобы остановить движение россиян, надо очень большое количество боеприпасов. Причем боеприпасов кассетных, либо 155-х для артиллерии, либо ракет М-30 для хаймерсов, ну и авиационные компоненты. То авиация зайти не может. То есть сейчас у нас есть проблемы с заходом, поэтому как только россияне подошли к Покровску, сложно подходить авиации, прикрывать наземные части. Потому еще у нас где-то несколько дней есть, ну, максимум неделя, ну, даже неделя уже, наверное, это уже много. И можем потерять Угледар, если в ближайшее время не подойдут серьезные силы, большое количество боеприпасов. Вариантов там практически нет. Ну, а дальше тогда уже будем смотреть, если будет принято решение о выходе из Угледара, надо уже будет смотреть, на каких рубежах перехватывать россиян. То есть должна быть выстроена определенная система обороны. Опять же, все зависит от количества сил и средств. Даже с боеприпасами, если будет недостаточное количество личного состава, то не выполним эту задачу по этому направлению. Потому что ситуация ухудшается. Не сказал, что она улучшается. Именно ухудшается. Каждым днем ситуация хуже и хуже. И пока еще не видно, по крайней мере, механизмов на данный момент, как быстро ее остановить. Те 8 миллиардов, которые были выделены Белым домом, как всегда, с запозданием, они, может, когда-то и подойдут, только подойдут тогда, когда уже мы потеряем большую часть Донбасса, большую часть. И тогда будет вопрос, конечно, к нашему военно-политическому руководству, а зачем коней на переправе поменяли, зачем надо было снимать 15 генералов в начале года. Как раз одна из причин того, что фронт посыпался восточный, это как раз смена в феврале месяце команды Залужного. То есть это, а дальше уже определенная цепь последовательных операций, которые россияне провели. Много вопросов будет, если мы сейчас не остановим потерю Донбасса. И тогда будет вопрос тогда еще глобальный. А когда было принято решение сдать Донбасс врагу? То есть это было в этом году или в прошлом, или в позапрошлом, 22-го. Сдать Донбасс? Сдать Донбасс вместе с Крымом. 27 марта 22-го года наша делегация во главе с Арахамией практически сдали Донбасс и Крым Путину. Тогда был это такой серьезный скандал, они пытались подать это как великую победу. Умеров тогда в этом, да, мы с вами 2 года об этом говорим. То есть и эта операция, в конце концов, тогда стратегическая,
привела, в конце концов, к оперативному решению. Ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, технически это выполняется. Не с поставками боеприпасов. С прошлого года примерно этот процесс пошел, когда только придумали тему формулы мира, носились с мирными какими-то планами, когда наступать надо было. Сняли в прошлом году военкомов всех одновременно. Практически угробили саму систему мобилизации, не отстроив ее замену, то есть прямой рекрутинг. Прямой рекрутинг так и не был отстроен. В начале этого года сняли 15 генералов, которые как раз занимались в том числе и этим направлением. Ну и дальше цепь определенных действий или бездействия, которые привели в конце концов к потере Донбасса. То есть мы практически сейчас выходим на ту ситуацию, которая в 22 году по Стамбулу практически была решена и переданы документы Путину. Он же не просто так с ними носится, с этими документами по передаче Крыма и Донбасса. Потом эти вопросы будут, если в ближайшее время не будет решена вопрос по остановке продвижения россиян. Будут к политическому руководству. Не к военному. К военному вопросов нет. Это вопросы к политическому руководству. Росіяни на напрямку Донецькому, загалом не тільки про Вугледар говорячи, Селидове, Покровську, Рахове, Часів'яр, вони несуть там просто безпрецедентних втрат. І я коли запитую військових, а наскільки виправдана оця ціна, вони кажуть, що ну фактично Донеччина, вихід на її адмінмежі, це буде така досить серйозна для Путіна іміджева перемога, зокрема на тлі Курської операції. Але коли говорити про ресурси, знову ж таки, військові з тих напрямків, які вмикаються, вони кажуть про те, що росіянам ще й досі вдається перекривати свої втрати фактично в нуль, подекуди навіть і в плюс. Що їм вистачає людей, техніки, у них немає проблем там із питанням, чи економити артилерію, чи не економити. Водночас кажуть про те, що вони можуть готуватися зараз до поновлення якихось штурмових дій і на напрямку Запорізькому. Що, коли говорити про запас їхньої міці, він зараз який? Правильно говорят ребята с полей, у россиян где-то примерный баланс. Они теряют около 1000 террористов в сутки, и примерно 1000 российских федерастов в сутки становятся в строй. То есть у них, мы говорили, больше 1000 городов в России, по одному федерасту поставили в строй, привлекли, и вот вам баланс. То есть этот баланс однозначно у них есть, он у них будет. Почему? Не будут они сейчас, допустим, объявлять какую-то мобилизацию принудительную. Они объявили с 1 числа, с 1 октября мобилизацию текущую, то есть срочную службу, так называемую. Они их заменят, там больше 130 тысяч, и не будут объявлять общую мобилизацию. Баланса по живой силе у них достаточно, проблем с этим однозначно не будет. А у нас не стояла задача уничтожать именно, вернее, в чистом виде живую силу. У нас задача стоит уничтожить технику. Технику, боеприпасы российские. И чем дальше у нас будут идти средства поражения, тем будет лучше. Техника уничтожается в том числе на поле боя. У россиян большая проблема. Там действительно у них уже на следующий год у них недостаточно будет той техники, которую они поднимали со складов Советского Союза. На это, кстати, расчет у нас тоже есть. Практически за три года, если следующий уже считать, практически за три года на нашем поле боя будет уничтожен весь советский боезапас техники и боеприпасов, которые у россиян как-то еще были. То есть мы их практически засушим по этому направлению. Они будут работать только с той техникой, которую будут производить. Это практически работа с колес. Плюс кто-то будет передавать, типа Китая. Вот китайцы сейчас потихоньку перебрасывают. То есть по технике у них будут серьезные проблемы. Потому на это надо рассчитывать. Надо удерживать линии обороны там, где это возможно, по крайней мере. И ставить основную задачу, ту, которую мы сейчас выполняем. Уничтожение армии противника. Территориями займемся потом. Сначала уничтожить армию, засушить ее в ноль по возможности, а дальше уже работать с теми цифрами, которые будут по выходу из российских военных заводов. Ну,
військові знищують техніку і живу силу на полі бою, спецслужби роблять це в тилу Російської Федерації. Знову маємо один вражений арсенал – Котлубань. Кажуть, що, зокрема, там могла зберігатися іранська зброя, яка надходить їм в рамках якихось їхніх домовленостей і договорів. Оця системність, вона вже коли буде відчутна на фронті? Это однозначно должен быть определенный синергетический эффект. Там одновременно все склады не уничтожим российские, но синергия, то есть эффект накопления так называемый. Уничтожили 107-й, 23-й стратегические склады. Пока Тлубани, пока только попугали, я бы так сказал, потому что уже есть спутниковые снимки. Попугали в каком смысле, то есть не попали по самому складу, рядом легли наши дроны, но это начало. То есть примерно уже понятно, допустим, определенные возможности, механизмы, и Котлубань однозначно будет отминусована. Она же находится как раз в районе Волгодонского канала. Россияне как с Ирана получают, допустим, боеприпасы по Каспию, перебрасываются в Астрахань, дальше поднимаются по Волге, по Волгодонскому каналу, там идет перегрузка в Котлубане в том числе, либо сплавом идут через шлюзы Волгодонского канала, дальше идет сплав уже по реке Дон на Азов и на Черное море. То есть попадают боеприпасы, техника у них вот по этому маршруту. Потому добрались уже до Котлубани, там, я думаю, в ближайшее время наши спецслужбы ее добьют, потому что уже глаз положили. Хотя у них еще таких стратегических складов где-то чуть больше десятка осталось. Их однозначно надо уничтожить. Но уничтожение складов очень сложно беспилотно. Оптимальный вариант — уничтожать склады с помощью дальних средств, то есть ракет, крылатых ракет, баллистических ракет. Почему нам очень важно сейчас получить от наших партнеров, во-первых, сами ракеты, и, во-вторых, разрешение на работу по как раз вот этим складам. Чисто военный объект. Вот Котлубань, вот у нас на видео сейчас, допустим, расположение боеприпасов, и иранских в том числе. Его надо уничтожить. Как до него добраться? Либо беспилотниками, но вот россияне часть сбивают, часть не доходит. Ракеты дойдут. Если бы шло, допустим, не сотня беспилотников, а десяток ракет, этой бы Котлубани уже не было. Таких Котлубани у них еще больше десятков. Тут два моменти. От стало очевидно, що українська делегація цього разу зі Сполучених Штатів Америки рішення про далекобійність не привезла. На жаль, там таки не наважилися на такий дозвіл. Хоча є інформація про те, що якщо такий дозвіл і буде, першими, звісно, про це дізнаються росіяни, а ми вже постфактум, і нехай би і так було. І другий момент. Чи можемо допустити, що враховуючи, що росіяни зрозуміли пріоритетність наших військових цілей в їхньому тилу, що вони вже трохи своє ППО підтягнули? Однозначно не прикрывать, а Белый дом, как всегда, дает возможность россиянам прикрыть максимально свои критические, то есть критическую такую военную структуру. Но, тем не менее, нам свои рубить. Будем пробиваться по тому, дорогу осилит идущий. Будем однозначно их пытаться уничтожить. Тем более, что склады-то они никуда ж не перенесут. Вот такого уровня склады, допустим, наполняются иногда в течение нескольких лет. Их перебросить одномоментно практически нереально. Их могут прикрыть системами ПВО, но любая ПВО вскрывает. В любая. Почему? Потому что нет в мире систем ПВО под 100% гарантии. А если вскрыть эту систему ПВО, туда пройдет несколько боевых зарядов, то весь этот склад, в конце концов, выгорит, и он отминусуется. Здесь очень важно. То, что наша, допустим, делегация чего-то в данный момент не привезла, но, во-первых, это еще непонятно на 100%, почему, потому что такого рода решения, они все-таки в закрытом режиме. Потому давайте подождем. Действительно, первыми об этом узнают россияне. В смысле в том, что когда-нибудь взлетит на воздух вот такая Котлубань, и потом они найдут там визитку Буданова с Малюком, ну, естественно, остатки ракет типа Storm Shadow или Scalp. То есть примерно так это будет, я думаю, не в далеком будущем, потому что нет других вариантов. Вот просто нет других вариантов, как остановить российскую армию. Работать только на глубину. Ведение вообще боевых действий, как таковых, любого уровня,
Оно идет по определенным правилам. Так одно из таких правил – это работа на глубину противника до 500 километров. Почему в основном все ракеты, вот если вы обратите внимание, они около 500 километров пляшут по дальности, то есть основные ракеты. Те же ПРСМ, вот сейчас атакамсы американцы заменяют, ПРСМ 500 километров, Громы наши 500 километров, те же Storm Shadow, Скалпы и Таурусы 560 километров. То есть вот эта цифра, она не просто так в воздухе висит. То есть та дальность, которую надо однозначно контролировать и не давать возможности противнику располагать такого стратегические склады на такой дальности. Тогда противник не сможет проводить наступательные действия широкомасштабные. Ну, водночас ми почули про те, що Штати нам знову виділили військову допомогу, пакети військової допомоги. Та? Ну, і в одному з них є така підозра, що ми можемо отримати бомби JSOW, якщо я не помиляюсь, вони називаються. Їх дальність максимальна, кажуть, 110 кілометрів. Це в залежності від тої модифікації, яку можемо ми отримати водночас. Ще додам, що є також додаткова інформація, що вони можуть бути з касетними боєзарядами, але не факт, що саме таку модифікацію все-таки Україна може мати в своїх арсеналах. Що думаєте про цю ракету? Кажуть, знову ж таки, військові експерти мені про те, що тут ми можемо ніби працювати по тимчасово окупованій території, ну і, очевидно, по фронту. Ну, это действительно толковая авиационная бомба. Это базовая авиационная бомба «Крылат» в системе коррекции, планирования так называемой. Там есть крыло, раскрывается. То есть ее сбрасывают примерно аналог того же КАБа российского. На базе марка МК-82 авиационной бомбы. Система планирования коррекции позволяет этой авиабомбе после сброса с высоты больше 10 километров около звуковой скорости еще пропланировать где-то до 100-130 километров. Это без реактивного ускорителя. С реактивным ускорителем она может лететь еще вот уже в качестве ракеты где-то с реактивным двигателем, там турбореактивный двигатель, еще примерно 500 километров. То есть те же 500 километров, о которых мы с вами говорили, и по большому счету выполнить такую же, в принципе, боевую задачу, как и та же крылатая ракета. А на такой дальности я бы сказал, что это даже лучший вариант. Почему? Потому что крылатую ракету более-менее заметно, а авиационную бомбу очень сложно, планирующую, по крайней мере, заметить или вывести на нее средства поражения. Использоваться она может еще и на дальностях, если на предельно малых высотах ее сбрасывать, на дальностях до 30 километров. Примерно как те же «Хаммеры», вот у нас уже есть, мы используем французские авиационные бомбы, планирующие где-то с предельно малых высотах на дальности до 30 километров. То есть, в принципе, хорошая авиационная бомба. Вопрос, сколько нам ее могут дать, но исходя из той информации, которая есть, она стоит где-то до 300 тысяч долларов каждая, около 300 миллионов нам дадут, я думаю, где-то до 1000 этих авиационных бомб мы можем получить. Это будет серьезный удар по России, причем довольно-таки серьезный. Если они начнут работать даже просто по оккупированной территории, они, кстати, и до Крыма могут доходить, там мало не покажется. 1000 авиационных бомб, если начнет сыпаться на головы россиян, кстати, вот это один из вариантов, как можно остановить российское наступление на Востоке. С помощью вот таких авиабомб практически можно прожечь до Мариуполя, до Луганска оккупированные там и дать нашим войскам остановить россиян на каком-то из уровней. Ну, посмотрим. Это уже заявлено. То есть об этом можно уже, на это можно надеяться. То есть в ближайшее время мы увидим и работать будут F-16. Мы еще увидим работу F-16 с этими боями. Тим часом росіяни дуже активно шукають українські винищувачі F-16 по наших аеродромах, очевидно, враховуючи те, що вони намагаються постійно кинжалами останнім часом атакувати Староконстянтинів. Росіяни прекрасно розуміють, що F-16, що вони зайшли не один. Вместе з F-16, то есть з самолетами зайшли дуже багато макетів. Ну, это специально так делается, потому им очень сложно определить, самолет это, макет это,
либо какая-то другая система, есть специальные обманки, так называемые, которые имитируют радиофон того же F-16. То есть много такого рода сейчас механизмов. Сначала зашли эти механизмы, а потом только появились F-16. У россиян сейчас, мягко скажем, в голове каша, они понять не могут, где они находятся, вот вычислить не могут, потому почему пытаются под Староконстантинову работать. Это у них единственная база, которую они помнят, что в свое время там они располагались. Это было действительно так. В 2012 году в Миргороде у нас F-16 садились, выполняли определенную задачу. В 2018 году в Староконстантинове садились F-15, на этой базе выполняли боевую задачу. То есть вот россияне эти два аэродрома пытаются как-то контролировать. Миргород, само собой, ну и Староконстантинов. Ну, F-16 их достать очень практически нереально. Потому что та система безопасности, которая сейчас развернута, особенно после того, как назначили летчика руководить системой противовоздушной обороны, ну, по крайней мере, пока, потому что надо восстанавливать ВВС, военно-воздушные силы. То есть, я думаю, это первый шаг. Следующий шаг будет восстановление военно-воздушных сил. Эти все механизмы, они задействованы. Летный состав прекрасно знает, как сберечь свои самолеты. Они их не достанут, но будут пытаться однозначно, потому тут варіантів, звісно, других нет. Нас, в свою чергу, цікавив останніми днями їхній аеродром Міллерово. Міллерово – один із основних аеродромів, з якого це аеродром база тактичної авіації російської, з якого вони з 2014 року працюють. Ну, тобто, перші удари, кстати, по Міллерово були якраз в 2014 році. Ми намагалися його достати точкою У. Були такі серйозні удари, наносились в 2014-2015 році, поки це можливо було по дальності. А вот сейчас уже опять возвращаемся обратно, как только у нас достаточное количество средств поражения. В основном это либо наши «Нептуны», они туда достают, либо работают беспилотники в большом количестве. Ну, оптимально, конечно, по аэродромам работать. Вот это та ЗСУ, авиабомба с ракетным ускорителем. По большому счету, основное базовое ее наполнение – это 145 суббоеприпасов, кассетник так называемый. То есть 145 суббоеприпасов, такие цилиндрики, которые выполняют задачи осколочно-фугасную и кумулятивную. В том числе они наносят очень такой тяжелый фон российской авиационной техники. Потому как только они зайдут в достаточном количестве, я думаю, мы достанем в том числе до этих аэродромов. Сейчас идет такая пристрелка по Миллерово тогда, когда наша ГУР, наша разведка дает информацию, что там, допустим, села очередная эскадрилья и готовится, допустим, нанести удар, там, сбросить кабы. Каби, між іншим, летять просто якимись незрозумілими кількостями. І військові, зокрема і Генштаб, ми бачимо звіт, що ну тенденції збільшуються і збільшуються. І це стає для нас досить гострою великою проблемою. Харків. Вони дістають Запоріжжя і, очевидно, також можуть його зараз атакувати ну великими кількостями цих кабів. Я мовчу про те, що відбувається там по лінії фронту з використанням їх. Суми, знову ж таки. Це питання надгостре. Що з цим робити? От 12 жовтня має бути знову засідання Рамштайну, і я так розумію, що його скликає американський президент Джо Байден, зокрема. Посилення української ППО – це рішення? Це єдине рішення. Во-первых, с одной стороны, единственный механизм, как вскрыть систему обороны противника – это авиационная компонента, то есть это авиационные бомбы. Россияне же как нашу систему обороны вскрыли, по большому счету, та, которая была на Востоке? Они практически все забросали авиационными бомбами. Подойти в таком свободнопадающем режиме они не могут, у нас все-таки ПВО работает, то есть не давали возможности. А вот после того, как они организовали сбросы кабов, что такое каб? Это практически тот же JSOU, только в российском исполнении. У них тысячи авиационных бомб остались от Советского Союза. Тысячи. Особенно 500. ФАБ-500 это одна из основных. Для того, чтобы ее сбросить, допустим, в режиме свободнопадающей, они должны подойти непосредственно на цель.
Мы эту возможность им не даем на данный момент. Значит, они приделали к этим бомбочкам крылышки и сбрасывают их там, допустим, с 50-70 километров. Сейчас уже есть возможность того, что они туда будут приделать, в том числе и двигатели, допустим, разгонные, и они будут допланировать там, допустим, до 100-120 километров. Почему и опасность есть по тому же Запорожью. И вот этот механизм нанесения авиационного удара россияне используют для того, чтобы сдвинуть наши рубежи. Остановить их можно только авиационной компонентой в этом смысле, уничтожая носители. Ну, первое, уничтожая склады, конечно, вот авиационных бомб, как мы это делаем. В том числе на 107-м складе в Твери, там также были авиационные бомбы. Так уничтожая сами склады, и второе, уничтожая носители. Носители можно уничтожать на земле, вот если в Миллерово перехватить, либо в воздухе. В воздухе уничтожить самолет противника можно только дальними средствами поражения авиационного. Либо Patriot 7T, либо F-16, естественно, под общим контролем летающих радаров. Дальность нужна, мы должны видеть эти самолеты на дальности где-то километров 300. Вот шведские летающие радары нам такую возможность дадут. Потому только вот такая ударная триада может остановить россиян. Но вот пока еще не хватает у нас F-16 и Патриотов. То есть этой компоненты не хватает. Потому если на Рамштайне будет принято решение перебросить там достаточное количество F-16 и Патриотов, то по большому счету можно эту проблему решить. То есть она не глобальная, то есть она не нерешаемая, так сказать. Механізми є, вони вже у нас в руках, треба просто кількість определити. Нам щільніше, звісно, треба закрити наше небо, тому що колись вражена Алабуга, де виробляли дрони росіяни, зараз, я так розумію, оговталася і пишуть про те, що вони наростили виробництво дронів 6 тисяч одиниць. На рік раніше запланованого. Фактично, ми бачимо, що вони оці обсяги нарощують. Зокрема, йдеться про шахеди. І цієї ночі знову була атакована Україна, столиця, зокрема. І ми бачимо, що зараз в основному все-таки більше росіяни використовують оці безпілотні атаки по Україні. Ну, це також для нас виклик, тому що якщо вони встигли понаднормово напрацювати, а ще Іран допомагає, а ще, очевидно, і інші якісь підприємства виробляють такого типу шахеди, чи там схожі. Ось цим що робити? Китай це все робить. Це не Іран. Іран стільки не зробить. Елементна база шахеда – це китайський підсолнух 200, це китайська машина. З елементної бази потім можна що угодно зробити, покрасити його шахедом, напишіть, або герані, буде вам ще один. Приблизно та ж сама картина зараз в Росії. Вони дійсно увеличили производство цих китайських базовых подсолнухов у себя под видом герани где-то до 15-20 штук в сутки. Ну, вот это примерно 6 тысяч по году. Примерно так оно и есть. Вариантов уничтожения их тоже, их 2-3 максимум. То есть первый вариант это уничтожение производства. Значит, надо идти на Елабугу. Но это для того, чтобы туда дойти, там нам томагавки нужны. А без томагавков туда серьезно не дойдем, потому что одна авиационная бомба, которую могут нести, допустим, там сотку какая-нибудь из наших дронов самолетного типа, тот же «Ниндзя» или там «Цесна», но она одна не нанесет серьезного поражения. То есть туда надо сидеть, то есть туда надо для того, чтобы отминусовать российско-китайские эти шахеды, надо серьезный удар, а это только томагавки, по-другому не достанет. Второй механизм, это, конечно, увеличивать нашу систему противовоздушной обороны, но против шахедов оптимально работать средней или малой дальности зенитно-ракетными комплексами, чтобы это было все-таки подешевле. У россиян же одна из основных задач шахедами засушить нашу ПВО. Если Патриотам ракета, которая стоит $1 000 000, сшибать шахеды, так много, то есть слишком большие потери будут и финансово, и количество ракет таких просто не будет. А россияне этим пользуются. Потому для нас важно не только получать, допустим, большой дальности зенитно-ракетные комплексы, а и малые дальности. Использовать те же старенькие зенитно-ракетные комплексы, которые нам передают наши друзья еще по Варшавскому договору в свое время, то есть начиная от Шилок и заканчивая
даже теми же ПЗРК. То есть есть целый спектр этих механизмов. Много стран нам помогают именно вот в этом спектре. Потому я думаю, с шахедами мы справимся. Вопрос с КАБами. Вот вопрос с КАБами пока остается. Су-34 надо минусовать. Ну, ми справимось не тільки з шахедами, очевидно, і з тими фахівцями в Росії, які навчають наших ворогів, підготовкою займаються фахівців з бойового застосування безпілотників, зокрема таких, як шахед. Тому що ГУР працює і повідомляє про те, що в місті Коломна Московської області знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Коломійцева. Ну і, власне, от який, я так розумію, був людиною не останньою у частині підготовки фахівців, які займаються ну, ось такими атаками по Україні, зокрема шахедами. Наскільки це серйозний улов? Для ГУР, не тільки для ГУР, Головне управління розвідки, для Служби безпеки української розвідки, для сил спецоперації, для Служби внешньої розвідки, для розвідки погранвойськ, це повинно стати рутинною роботою. Уничтожение российских военных или лиц, причастных к геноциду Украины. Причем заниматься не вот такого рода операциями будут еще 1,5-2 десятка лет после нашей победы. Надо будет уничтожить всех бешеных собак, которые заходили на нашу территорию, убивали украинцев, либо были причастны к этим действиям. Бешеную собаку ее ж нет смысла не судить, не говорить ей ай-яй-яй. Ее можно только уничтожить. Это оптимальный вариант, чтобы она больше никого не покусала. Так вот таких бешеных собак у россиян несколько сотен тысяч останется. Они убегут, естественно, из Украины. То есть часть их надо однозначно будет всех найти и отминусовать вот таким способом, как ГУР отминусовала сейчас причастного к, в том числе к обучению тех же шахедов. Это не важно, вернее, не шахедов, а беспилотников. Это не важно, кто в каком виде, где, в каком месте и в какой степенью участия был причастен к убийствам украинцев. Они должны быть отминусованы все. ГУР молодцы в этом смысле. Сейчас они, правда, связаны работой в основном в ближних тылах на линии боевого соприкосновения. Когда придет время, когда освободятся десятки тысяч наших спецов из спецслужб, от боевых задач на линии боевого соприкосновения, они пойдут в тылы. И зайти в тыл противника или найти хоть на какой-нибудь станции антарктической, это они точно смогут. Я думаю, ни один не уйдет от уничтожения, ни один преступник российский, этот российский федераст не уйдет от наших спецслужб. Десь напружилися якісь російські командири, і правильно, очевидно, зробили. Але до питань внутрішніх, Роман Григорович, ми сьогодні багато говоримо з вами про розвідку. І це ж ми не згадали звільнений минулого тижня агрегатний завод у Вовчанську, що серйозно може змінити розстановку сил безпосередньо у цих міських боях за це саме місто. Але з'являються розмови про те, що найближчим часом може бути ротація у керівництві головного управління розвідки, зокрема про те, що може бути знятий генерал Буданов зі своєї посади. Також паралельно йде розмова про те, що можуть бути кадрові ротації в Міністерстві оборони, що також є питання і по міністру Рустему Умєрову. Поки що це все на рівні розмов, домислів і якихось коментарів. Але чи можна робити зараз це, зокрема, із розвідкою? Все буде залежати від того, яка ротація буде проводитися. Якщо Умєров уйде давати показання контрразведки, допустим, за 22-й год, а это именно он был в этой нашей группе, которая сдавала Крым и Донбасс. Рахамия, Подоляк, то есть Резников, или не помню уже, как его, этот Леша Золотые Яйца. То есть это вся группа. Если она будет уходить, Умеров уходит под следствие, допустим, контрразведку по 111-й статье, а на его место поставят, допустим, Буданова генерала, ну так это хорошая ротация. Это если так будет. А если будет какая-то другая ротация, то не сейчас это точно. Это может привести к таким же самым последствиям, как и смена в свое время в феврале месяце команды генерала Залужного. То есть она привела к провалу по управлению фронтом, мы потеряли Донбасс, мы реально уже потеряли Донбасс, это уже практически понятно. То есть вот такие решения, они приводят, в конце концов, к сдаче
наших позиций, наших территорий, естественно, потери наших людей. Потому посмотрим, какая ротация. Еще раз повторюсь, если Буданов станет министром обороны, так я ее поддержу. А если эта ротация будет направлена на уменьшение эффективности работы Главного управления разведки или взять ее под контроль, допустим, какими-то канцелярскими структурами, так здесь уже надо вопрос ставить политической власти, недолго ли она засиделась. Почему? Потому что вещи есть такие реально неприемлемые. И вот одна из них — это удар по верхушке, управлінчеської верхушки наших спецслужб. Це питання гостре. Я думаю, що ми цього тижня будемо спостерігати, зокрема, і за цим дискурсом в полі інформаційному. Ну, давайте два слова про агрегатний завод. Це важливо, тому що працювали, між іншим, гурівці там, і ми багато говорили про агрегатний завод. Більше 4 місяців, мені здається, якась кількість росіян перебувала там всередині, намагалися їхнє підкріплення до їх підійти. Там працювало і РДК, між іншим, по агрегатному заводу, і в одному із вімкнень наш ефір розповідали мені про те, що навіть свого часу був організований, ну, певний коридор для того, щоб дронами там могли їм доставити якусь питну воду. Росіянам заблокованим мається на увазі. Ось ми бачимо зараз ці кадри. Звісно, те, що залишилося після агрегатного заводу, це просто не описати. Ну, просто руїна. Але як це може змінити розстановку сил по самому Вовчанську? Бо і ми, і вони, очевидно, погрузли у цих міських боях. Агрегатний завод, ви правильно, це все-таки городські бої. Ну, в городських боях іноді какая-то постройка, какой-то серйозно укріплений, навіть не серйозно укріплений, но з лучшими позиціями, подвал, там часть дома или агрегатный завод может стать таким костью в горле, называется, замковым камнем какой-то системы обороны, и его без его взятия или, допустим, уничтожения полного двинуться нельзя вперед или удерживать какие-то позиции. Вот агрегатный завод вот был такой позицией. Россияне его захватили, а мы его отрезали с помощью огневой завесы. И российские войска там, которые там не нам, там их немного было в районе роты, а плюс-минус рота, то есть и они оказались в оперативном окружении огневой завесой. Туда действительно перебрасывали, пытались перебросить беспилотниками россияне и тех, и боеприпасы, и припасы разного уровня. В конце концов, Главное управление разведки подготовило операцию. Это, кстати, как раз, опять же, вроде как рутинная работа ГУРа. Ну вот они так работают. Это те профессионалы, на которых должна равняться практически все вооруженные силы Украины. У нас все ВСУ должны быть вот такими профи, как подразделение ГУРа. Подготовили операцию, готовились около месяца, за неделю ее провели, зачистили в ноль этот агрегатный завод, взяли 20 пленных, успели отойти, россияне накрыли его санцепеками, накрыли его кабами, размотали его в ноль. Но он сейчас нам не мешает. На данный момент, то есть российская эта группировка, которая там была, не мешает. Я думаю, дальнейшее освобождение Волчанска уже пойдет намного проще, чем при этом с этим заводом. Таких операций ГУР проводит очень много. Почему мы говорим сейчас о этом заводе, а не говорим о других? Ну, есть, опять, это еще раз повторюсь, это рутинная работа, с одной стороны. Это публичная история просто, да? Публичная, да, потому что она постоянно висела. Вот таких операций ГУР проводит в месяц не одну, и очень опасные операции. Но и доверяют именно этим специалистам. Почему? Потому что это профи. Реальные профи. Ну, то мы постоянно с вами об этом говорим. У нас должна быть армия профессиональная, мотивированная, профессиональная. Між іншим, сьогодні от у Харків повідомляє, що попри те, що нам вдалося відбити цей агрегатний завод, росіяни не полишають спроби знову таки його під свій контроль взяти. Ну, кажуть, що для них це все одно залишається пріоритет номер один. Більше того, вони там їм дається якусь ротацію проводити навіть по цьому напрямку, і кажуть, що вони вдаються до підкопів між тими будинками, які залишилися там у тому Вовчанську. Чи можна це пов'язати зі складністю оборони і, в принципі, оцих боїв у міських забудовах? Это как раз та беда для россиян, когда они, во-первых, они плохо
воюют в городской. Нет, они первый год. Все практически свои части, спецчасти в городских боях, которые могли воевать. Это грушные части сгорели, морская пехота в Мариуполе сгорела. И в Северодонецке также у них нет спецуры. Поэтому они очень тяжело воюют в городских условиях и используют все механизмы для того, чтобы как-то удержаться, включая и подкопы. Ну, естественно, это, скорее всего, с Хамасом где-то, наверное. То есть им они нарисовали, как это делать. Вот такой себе российский Хамас сейчас пытается воевать в Волчанске. Ну, по Волчанску ничего же не получится. Выбили мы с этого агрегатного, это был замковый камень, я уже это говорил. Потому в Волчанске, я думаю, вопрос будет решен определенным образом. Главное, чтобы подошла американская помощь. У нас сейчас очень важно, мы очень сильно зависим от этих поставок. Роман Григорович, спасибо вам величезне. До зустрічі за тиждень. Сподіваюся, будуть гарні новини. Дуже сподіваюся. Дякую, все проговоримо. Роман Цвітан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, був нашим гостем традиційно. Дякую, Роман Григорович. До свидания. We'll be right back.